Привет! Кто из нас не волновался, собираясь на свидание? Что надеть? Как накраситься? Сегодня я расскажу, как выглядеть на свидании красиво и естественно. Здесь важно не переусердствовать, ведь интенсивный мейкап зрительно делает тебя старше. Поэтому сегодня мы создадим максимально естественный образ с акцентом на глаза. Обычно базовым элементом макияжа является тональная основа, но сегодня я предлагаю использовать BB-крем. У него не очень плотное покрытие, его практически незаметно на коже. Мелкие недостатки на лице скрываем с помощью корректора. Наношу его плоской кистью. Легкими движениями наношу румяна. Фиксирую тон пудрой, наношу ее только на Т-зону, ведь именно она чаще всего начинает блестеть. Теперь приступаем к макияжу глаз. Светлый оттенок теней наношу на все подвижное веко. Темными прорисовываю складку. Чтобы подчеркнуть выразительность взгляда, но не перегрузить его, я рисую стрелку коричневого цвета. Так как макияж у нас естественный, ресницы прокрашиваю в один слой. Предварительно снимаю излишки туши с кисточки. В завершении наношу легкий бальзам на губы. Готово! Сегодня я рассказала, как с помощью косметики Oriflame подчеркнуть твою естественную красоту. Ведь лучший способ уверенно чувствовать себя в любой ситуации – это быть собой, особенно на романтическом свидании. Следи за новыми мастер-классами на официальном канале Oriflame Россия на YouTube. Увидимся!